первое место, куда мне отвезли ваши коллеги, буквально по дороге из аэропорта. Мы ехали мимо города Ангелов и посмотрели на этот мемориал. И вот эта медаль, это как раз благодарность Марии Шараповой за то, что она свой вклад внесла вот в помощь Осетии, в помощь пострадавшим семьям. Мы эту медаль обязательно Марии передадим. Сейчас она находится на Мальорке, готовится к продолжению спортивного сезона. Вот. Как мы это сделаем, это наша задача. Но она увидит эту медаль, и я уверен, что она разными, каналами связи поблагодарит в том числе республику за то, что отметили ее вклад в помощь пострадавшим семьям.